Завтра в 6 часов начнется телеутро. Вы узнаете о событиях в мире и новостях спорта, о чем пишут газеты и что происходит на Монетном дворе. Для вас также музыкальная страничка «Слухи» и светская хроника в рубрике «Детали». В 9 часов в эфире первый выпуск новостей. В 9.15 утренняя встреча с героями бразильского сериала «Секрет тропиканки». Политическое шоу «Один на один» в 10.05. О чем поет нам вечная спутница русского гуляния? Прислушайтесь. «Играй, гармонь любимая». Выпуск этой программы в 10.45 вновь приведет вас на праздник, посвященный десятилетию популярного цикла. Вопрос к нашим маленьким телезрителям. Вы знаете, зачем верблюду апельсин? Нет? Тогда поспешите к своим экранам в 11.15 и посмотрите мультфильм с таким забавным названием. Вы получите возможность отправиться в гости к актеру Георгию Мартынюку, если в 11.25 присоединитесь к программе «Пока все дома». В полдень новости с сурдопереводом продолжат наши передачи. В 12.10 занимательные сюжеты из стран Содружества в программе «От пятницы до пятницы» телерадиокомпании «Мир». В 12.50 третья серия фильма второго кинодилогии «Открытая книга». Новые страницы в жизни нашей страны и судьбе тех, кто способен пожертвовать сиюминутным ради будущего, личными интересами ради общего блага. Для малышей в 14 часов мы показываем мультфильм «Крашеный лис» по мотивам украинской народной сказки. 14.10 – продолжение сериала ТСН. Новая встреча с сотрудниками телевизионной службы новостей, чей долг и призвание – нести своим зрителям свежую и правдивую информацию. Выпуск новостей с сурдопереводом в 15 часов продолжит программу Первого канала. В 15.20 юных телезрителей ждут приключения в «Одиссее». Истории, в которые попадают герои этого мультсериала, увлекательны и поучительны. В рубрике «Фильмы-сказки» Александра Роу в 15.45 картина «Марья Искусница». Рассказ о похищении и избавлении героини, о схватке русского солдата с нечистой силой, о всепобеждающем добре. В 17 часов репортаж из Канады с чемпионата мира по фигурному катанию. Вы увидите выступление мужчин с произвольной программой. Продолжит нашу программу в 18 часов выпуск новостей. В 18.20 продолжение развития событий в сериале «Секрет тропиканки». Конфликтные ситуации приобретают еще более драматическую окраску из-за сложных характеров героев, их нежелания идти на компромисс. В 19.10 «Звезда представляет» группы «Браво» и «Моральный кодекс». В номинации «Поэт-песенник года» Илью Резника. Кто сегодня обращается к помощи суда? Работа судебных органов в России. Проблема охраны труда. Эти материалы в тележурнале «Человек и закон» в 19.25. Леонид Якубович и готовые к сражению тройки игроков с нетерпением ждут вас на поле чудес в 19.55. В 20.45 спокойной ночи, малыши. В клуб интересных встреч Хрюша пригласил композитора Алексея Рыбникова. Информационную программу «Время» смотрите в 21 час. Не прекращается бурная деятельность в детективном агентстве «Лунный свет». Частные сыщики Дэвид и Мэдди в 21.45 найдут время для того, чтобы рассказать вам о своих новых приключениях. Публицистическая программа Александра Любимова «Взгляд» выйдет в эфир в 22 часа 45 минут. В 23.30 вы увидите выступление мужчин с произвольной программой на чемпионате мира по фигурному катанию в Канаде. В половине первого итоги дня в выпуске новостей. Без 20 час завершит нашу программу третья серия исторического детектива «Черный треугольник», который рассказывает о расследовании дела об ограблении патриаршей ризницы в 1918 году.